Могут националисты подать заявку и провести общегражданский митинг. Но заявку подадут вот Владимир тоже там и его коллеги. Многим демократическим активистам и членам партии «Яблоко», например, я от имени нее говорю, будет сложно прийти на митинг, который организован националисты, потому что национализм – это такое общее название, да, а там же очень много разных оттенков, от очень умеренных и просвещенных и до просто откровенного фашизма. А особенность в том, что между этим всем нет граней. Грани очень зыбкие, перетекающие из одной в другую. И поэтому для нас решение будет довольно сложное. Мы будем, у нас партия коллегиальная, я не единоличный диктатор партии. Я не могу вам сейчас вот прям даже сказать, узнав эту новую информацию, как мы себя будем вести. Но я хочу обратить внимание, что 17 декабря состоится еще один общегражданский митинг. Формально организатором является партия «Яблоко». Вот я лично подавал заявку на этот митинг. Мы не претендуем на то, чтобы повторить рекорды 10 декабря. У нас не подключена такая мощная машина сбора на этот митинг. Он, наверное, будет меньше, да. Но мы его хотим вот использовать как некую площадку для обсуждения, в том числе и того, что делать 24-го. То есть обсуждение вообще всего, что делать наперед, как минимум до 4 марта. А да? если националисты придут, пустите? Отдельно. Ну, я думаю, что как раз к себе мы националистов можем пустить, но только с условием, что давайте без разжигания национальной розни, без тыканий пальцем, кто, чье лицо тут, какой национальности среди вас тут собравшихся. Кого кормить, а кого не кормить. Да, кого хоккей, какие регионы кормить, а которые не кормить. Да, и чем, вот этого не надо. Мы говорим, у нас тема одна, честные выборы. Значит, мы говорим только об этом, и мы говорим о тактике и стратегии дальнейших действий.